Привет, мои хорошие. Сегодня 8 марта, и ну, я не могу не поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Знаете, для меня это не сколько женский день, а сколько праздник весны, наверное. Вот я желаю вам всем, мои хорошие, любви. Пусть в вашей жизни всегда присутствует любовь, и чтобы она была взаимная. Желаю здоровья вам обязательно. Здоровье — это очень важно, потому что когда человек нездоровый, чувствует себя плохо, ничего вокруг ему не интересно. И, конечно же, женского счастья. Больше не знаю, что в этой жизни важно. Вот так вот, мои хорошие. У меня же сегодня день постельный. Чувствую сегодня не очень хорошо, но как бы я себя плохо не чувствовала, решила снять вам небольшое видео и поздравить. А у меня дома сейчас кровь, готовят кушать. А вчера прооперировали моего мужа, была небольшая операция. Пока я была там, врач сказал, что он останется на ночь там ночевать, что сегодня его отпустят домой. И я после обеда вернулась домой, легла спать. Но мой муж не выдержал, пришел домой, конечно же. Он из тех мужчин, которые вообще по врачам ходить не любят, а тем более остаться в больнице, лежать — это для него каторга какая-то. Вот, пришел он вчера. Сейчас тоже его дома нет, ушел по делам. Вот так вот. Что еще сказать? Погода суперская, все хорошо. Но я дома, свекровь помогает, за что ей огромное спасибо. Все, мои хорошие, я особо много говорить не буду, да и говорить-то нечего, в принципе. Еще раз поздравляю вас, любите себя, будьте здоровы и счастья вам женского. Пока, мои хорошие, пока-пока.